Жители Московского района Оксада Сахапову можно считать самым заслуженным турникменом Нижегородской области. С модным словом «воркаут» он не знаком, но каждый день в свои 79 лет он занимается на турнике. Как только вышел на пенсию, Оксад Сахапов пришел на спортивную площадку. Последние 20 лет свое утро начинает с разминки. Сколько ему лет? На днях исполнится всего 79. 2-3 дня не позанимаюсь. У меня вроде как тоска наступает в теле. А вот когда позанимаешься, кровь поразгоняешь уже. И вот хоть и солнца нет, а вроде светлее. Супер молодец. Пример для всех отличнейший. Потому что младшее поколение ориентируется на взрослых. И это супер пример. Вас-то он сориентировал? Вы здесь бываете? Периодически. В общем, больше в зале. Вот как раз на тренировку иду. На улицу выходишь, в мороз или в жару, разницы нет. Легкие расправляются, потому что волей-неволей дышишь полной грудью. И там нет, наверное, застойных участков. Всем бы так. У нас, говорю, 20 лет. Выглядит, как, говорю, на 60. А это у нас, конечно, мужчина. Вот вообще, а когда он вообще раздетый, это, говорю, такая мускулатура, такое тело, прелесть. Если есть возможность вкусно поесть, попить, это, пожалуйста, удовольствие. А пузо нет, вот где остается пузо на этих снарядах спортивных. Там пузо никак не завяжется. Надо своим здоровьем следить. Молодец. Скажи, скажи, какая вьюга тебя оставила свой снег. А сколько лет вашей совместной жизни? Сколько лет дуэта? 53 года. Будет 54, да, в этом году? У нас семья большая, у нас всегда весело. Только наши внуки, правнуки, дети, 30 человек уже у нас. Какие богатые-то. Да, мы вот этим богаты. Буквально через несколько дней у нашего героя день рождения 79 лет. И съедутся все 30 детей, внуков и правнуков. Вот уж будет действительно праздник. Александр Алешин, Намик Кадерлеев, Сеть НН.